Всем большой привет, меня зовут Гузель Уманова, и сегодня я с вами поделюсь покупочками по каталогу номер 4 2018 года. Вот только сейчас приехал мой заказ из двух коробочек, и я предлагаю не откладывать все в долгий ящик и начать разбирать вместе с вами этот замечательный заказ. Посмотрим, что там, и вместе с вами разберем содержимое коробочек, посмотрим, и все с вами разглядим. Тут, как вы видите, все, что нажито непосильным трудом, все, что нужно в обычной жизни, ничего сверхъестественного нет, но в то же время здесь очень много интересных новиночек. Начну я с лосьона из серии Essence Co. Его очень люблю, говорила о нем в предыдущих обзорах, можете посмотреть на моем канале. Эта серия замечательна тем, что она содержит натуральные экстракты и ингредиенты, конкретно этот содержит нероли и жасмин. У него замечательный запах, он очень хорошо впитывается, не липкий, не какой-то не жирный, при этом достаточно надолго увлажняет кожу. Это уже не первая моя покупка этого лосьона, мне очень нравится дизайн, вообще серия отличное, спасибо большое компании за такую разработку. Пользуюсь удовольствием, пользуюсь удовольствием вся моя семья, и поэтому заказываю не в первый раз. Еще одна покупка в этом каталоге, это, конечно же, гель для интимной гигиены с розовой водой для самых деликатных мест. Очень хорошо очищает, ухаживает и смягчает кожу. Никакой там аллергии, шелушения, зуда после вот, как возможно, может быть, после обычного мыла. После вот таких средств не бывает. Заказываю, когда идет со скидкой, мне очень нравится. Что же еще? Это, конечно же, серия с огурцом. Ну, о том, что огурец обладает хорошими тонизирующими свойствами, вам рассказывать, конечно же, не буду. А новинка этого каталога — это вот такие вот малышки, которые нужны, мне кажется, всем и всегда. Такой комплексный уход, который всегда можно взять с собой в сумочку, не будет занимать много места, и очень такой вот компактный вариант. Что здесь? Здесь маска для лица, здесь скраб для лица. Вот он такой небольшой малыш, но я думаю, что очень хорошо будет работать. И вот такой вот гель для лица. То есть его, это крем-гель, его можно использовать вместо обычного крема. Особенно сейчас, это очень здорово для обладательниц жирной кожи. То есть лицо к вечеру, как блин, блестеть не будет, можете быть уверены. Вот взяла таким комплектиком. Так, дальше, как вы видите, таких комплектов у меня, кстати, не один. Взяла еще на подарки, они сейчас с очень хорошей скидкой идут. Ну и такая, знаете, как этот, мелочь, а приятно. Вообще очень много беру на подарки. Почему? Потому что вместо шоколадки я говорю спасибо вот таким образом, и люди обычно остаются очень довольны. Еще одна новинка этого каталога, это вот такой гель для душа из серии Discava. Мне она очень нравится, потому что разные уголки представлены разными типичными ароматами, а ароматы — это вообще очень интересная штука, потому что ассоциативно, да, мы всегда привязываем аромат к какому-то человеку или какому-то событию. Согласитесь, когда встречаете какой-то знакомый аромат, всегда что-то в памяти всплывает. Поэтому всегда люблю попробовать что-то новенькое, и спасибо компании за вот эти новинки. А гель для душ, сами понимаете, нужен всегда. Вот, кстати, из этой же серии вышел мужской гель для душа, тоже очень вкусненький такой, цитрусовый. Взяла сразу 3 штуки, мужчин много, дарить подарки люблю, и поэтому заказываю в больших количествах, ну, тем более по такой цене можно, в общем-то, и не заморачиваться, как говорится. Еще одна новинка этого каталога, кстати, ее тут видите много, это серия HairX. Шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Я волосы не крашу, но волосы красит моя мама и с удовольствием пользуется именно такими шампунями. Чем мне нравится эта серия? Во-первых, она действительно профессиональная. То есть, если раньше мы ходили в магазинах и покупали литровые такие бутыли в профессиональных магазинах, это было что-то такое дефицитное, то уже прошли те времена, и сейчас можно пользоваться профессиональными сериями в домашних условиях, и волосы будут действительно выглядеть как после салонного ухода. И еще, чем мне нравится эта серия, посмотрите, шампунь 250 миллилитров, а кондиционер 200, потому что обычно шампунь заканчивается быстрее, кондиционер позже, и, собственно, чтобы вот этот вот кусочек, который надо в кавычках домазать, да, не оставался. Спасибо большое, опять-таки, компании за вот такую мудрость, да, потребительскую, что нигде ничего не останется, такое безотходное производство, как говорит моя мама.
Вот, почему заказала эту серию? Потому что предыдущее издание очень-очень хорошо и долго, кстати, запечатывает пигмент, и достаточно хорошо, если волосы окрашены, они долго вот такой цвет свой сохраняют, красивый. После нее, кстати, еще очень хорошо блестят волосы, и заказала, как вы видите, в двух экземплярах, ну, потому что шампунь-кондиционер нужен всегда. И тем более сейчас идет хорошее спецпредложение. И также из серии Hair X, кстати, заказала вот такой вот еще шампунь с кондиционером. Эта серия восстанавливающая. И, собственно, за счет чего, да, идет такое восстановление. Это не просто шампунь и не просто кондиционер. Сюда входят фитонутриенты и микрокератин. За счет этого волосы еще лучше блестят, еще лучше укрепляются и питаются. То есть предыдущее издание я, конечно же, была в большом восторге, и я думаю, что обновленная серия, она меня порадует еще больше. И, как вы видите, тоже серия Hair X, но шампунька уже для придания объема, потому что бывает после шапок, после платочков, вроде бы ты думаешь, сильно не буду затягивать, чтобы сохранить объем, чтобы сохранить локоны, но как бы сильно бы ты не затягивала, все равно, когда снимаешь шапку, когда снимаешь капюшон, такое уже все, грубо говоря, опавшее, да, и вот такой вот шампунь взяла попробовать, думаю, не разочаруюсь. Так, первую коробку мы с вами разобрали, предлагаю разобрать вторую коробку. Во второй коробке продолжение марлезонского балета. Очень мне нравится упаковка, посмотрите, здесь еще поздравления с 8 марта, праздник пусть и закончился, но все равно приятно его каким-то образом продолжить, согласитесь? Так, что же в этой коробочке? Вау! Вот она серия Essence, о которой я говорила в начале обзора. Но это жидкое мыло. Мне, поскольку очень нравится запах, поэтому я с удовольствием всю серию использую. Посмотрите, какой дизайн. Даже вот приятно нажимать эту пимпочку лишний раз и мыть руки. То есть такого небывалого удовольствия от мытья рук я, честно говоря, еще пока не получала. Что же еще? Ой, вот этот вот малыш мне очень тоже понравился в каталоге, решила заказать. Это спонж. Вы посмотрите, как он упакован. Ну, просто сказка какая-то, да? Я вот, мне очень приятно, что все это в таких красивых коробочках. Приятно прям брать в руки и действительно прям вот хоть сохрани коробочку. Вот такой вот Beauty Blender. Он, наверное, вы знаете, для чего он нужен, он очень хорошо помогает тональной основе лечь на лицо, да, также бьюти-блендером, кстати, можно использовать и пудру для того, чтобы скрыть какие-то недостатки, очень классная штука, вот такой вот цвет и самая главная форма, вот эта вот пимпочка, она позволяет такие в труднодоступные места попасть. Так, что же здесь еще? Еще, здесь, конечно же, полотенчик, вот такой вот тюрбан для волос, нужны всегда, и мне нравятся наши тюрбанчики тем, что здесь всегда есть пуговка, то есть закрутила, на пуговку застегнула, и можно ходить, свои дела делать, никаких проблем не будет, ничто не будет спадать, и будет только радовать. Также очень удобно делать маски, кстати, для волос таким тюрбанчиком. Вот такой карандашик еще заказала из серии The One. Люблю двусторонние карандаши, они достаточно хорошо, плотно наносится, очень хорошо растушевывается, конкретно этот коричневый и зеленый такой вот болотный. И в пир, и в мир, как я говорю. Так, здесь что? А, здесь браслетик из серии Disguise, но он был по распродаже, честно говоря, схватила, потому что схватила. Что еще здесь есть? Вот здесь такие 4 коробочки. Это нутрикомплекс для волос и ногтей. Зачем он нужен? Пропиваю его курсом раз в полгода. Очень хорошо питает, очень хорошо восстанавливает волосы. Кстати, благоприятно еще и влияет на кожу, как выяснилось, да, благодаря тому, что в состав нутрикомплекса входят аминокислоты, лизин, лецитин. Это то, что помогает нашим клеточкам волос, ногтей лучше питаться и, соответственно, обновляться более качественно. Почему беру 4? Как вы видите, в одной упаковке 42 таблеточки, пью в день по 2. Почему беру 4 коробки? Вроде бы много кажется. На самом деле клетки волос и ногтей обновляются не быстро, минимум 28 дней, и поэтому
ну, смысла в одной коробочке, как вы понимаете, нет, да, то есть если вы хотите увидеть результат, то, конечно же, надо пить курсом, и вот такой вот курс взяла. А почему взяла еще, кстати, такое количество? Потому что при покупке сейчас новинок из серии HairX, вот, кстати, кондиционер к шампуню объемному, идет 50% скидка на внутрикомплекс. Конечно, не могу не воспользоваться. И вдобавку могу сказать просто, что красивые волосы и красивые ногти, они в моде всегда. Да? Какой бы сезон ни был, красивые волосы и ногти всегда привлекают внимание, и поэтому этим надо пользоваться. Что же здесь еще? Здесь вот такие вот две перчаточки отшелушивающие, периодически меняем. Конечно, сноса нет, но все же надо обновлять. И вот такая вот, видите, здесь петелька есть, тоже очень удобно впоследствии пользоваться, потому что там можно в ванной где-то повесить, чтобы было под рукой. Что же здесь еще? А, здесь, конечно же, Wellness Pack. Заказываю тоже каждый каталог. Это биологически активная добавка. Здесь вы видите, что 21 порция, 21 сашет. Здесь все, что нужно для моего такого активного, включенного образа жизни. Здесь две капсулы омега-3. Здесь шведский бьюти-комплекс астаксантин и мультивитамины, минералы. Это женский, есть еще мужской. Они отличаются тем, что в женском больше железа, потому что с циклом мы теряем, а в мужском больше селена для, ну, так сказать, повышения уровня выносливости. Каждый каталог заказываю, это уже неотъемлемая часть моего заказа. И я всегда говорю, что красота – это не только красота снаружи, но и изнутри. Если ты чувствуешь себя хорошо, то результат будет, как говорится, на лице. Поэтому Wellness Pack, внутрикомплекс и вообще серия Wellness, обратите на нее внимание, потому что она действительно этого достойна. И, кстати, еще одна причина, почему доверяю Wellness Pack и вообще всей серии Wellness, это Reflame. Она делается в Германии, Швеции по стандарту GMP. Стандарт GMP – это достаточно серьезный фармацевтический стандарт, и далеко не все российские фармкомпании, да, даже лекарства производят по такому стандарту. Что уж говорить о качестве таких БАДов. То есть я уверена, что то, что написано на коробочке, то будет внутри, и все будет соответствовать, и все будет, как говорится на сленге, родное. Что же здесь еще? Здесь вот такое мыло, собственно, к тем гелям для душа, которые я заказала. Еще вот, кстати, вы посмотрите, вот такой замечательный набор сейчас идет по акции. Что туда входит? Туда входит тушь объемная, тоже, согласитесь, нужна всегда, это серия Color Box. Взяла таких два набора, как вы видите. Туда входит вот такой вот шариковый дезодорант Activel. Мне нравится запах, мне нравится, как он держится, и он действительно не оставляет белых следов на одежде. Собственно, сюда входит еще увлажняющий питательный крем для рук. Мне нравится эта серия, сюда входит масло макадами, и она очень-очень вкусно пахнет. Я в восторге, уже не первый раз заказываю эти кремы, и вам, собственно, советую, если вы что-то хотите новенькое попробовать. И в этот же набор входит вот такой вот парфюмерный спрей для тела из серии Love Potion. Соответственно, их два. Будем пробовать, будем смотреть. Мне нравится объем, мне нравится упаковка. Пластиковая такая бутылочка, удобно брать с собой, и даже если на кафельном полу упадет, ничего страшного, не разобьется, не испортит вам настроение, как говорится. Так, здесь еще одна тушь из второго набора. Здесь спа-бальзам для губ, о нем тоже говорила в предыдущих обзорах. Хорошая такая гигиеничка, которая не оставляет никаких следов и очень хорошо питает кожу. А, и кстати, вот такие вот две помады из серии Color Obsession. Это новинка предыдущего каталога, очень вкусно пахнет, но разные оттенки, разной плотности покрытия. Но оттенки действительно очень красивые, и если вы хотите даже использовать как бальзам для губ, пожалуйста. Если хотите поплотнее, да, наносите там в два слоя, но вы посмотрите, какие красивые оттенки, посмотрите, какой красивый дизайн. То есть такую помаду даже вот приятно, честно говоря, брать в руки лишний разок. Вот это оттенок 35-159, коралловый. И второй оттеночек я взяла Red Fever. 35-162 у него код. Сейчас я вам покажу, как он выглядит в жизни, чтобы вам иметь представление. Вот такой он темненький, вот такой красивый. Да, и его можно сочетать. Ну, сами понимаете, настроение всегда меняется, и под разное настроение хочется чего-то разненького. Ну и, конечно же, традиционно в заказе лежат новые каталоги, нового периода. Выглядят они вот так.
Сейчас как раз посмотрю, что там новенького, интересненького вышло. Собственно, вот они каталоги комплекта. И вот она моя накладная. Вот она я, Люманова Гузель, как вы видите. Здесь перечислено все, что я заказала. Далее идем. Смотрите, это мой регистрационный номер. И далее здесь прописана сумма. Обратите внимание, сумма заказа без скидки 9366 рублей. А сумма к оплате 3791 рубль. То есть компания 5575 рублей мне бонусом, да, оплатила мой заказ. Приятно? Безусловно. Поэтому вам советую по ссылке ниже под видео пройти, зарегистрироваться и пользоваться классной продукцией, качественной продукцией со скидкой 20% для себя и для своей семьи без ущерба кошельку. Спасибо, что были со мной. Вам удачи, хорошего дня и до скорых встреч в новых обзорах. Всем пока!